Доброе утро, ассалам алейкум, всем привет. Сегодня у меня такое вот, не знаю, почему-то хорошее очень сегодня настроение. Готовлю нам ленивые сырники с мадиночкой. Порцию я увеличила на 2 раза. Тут у меня получается пачка творога. Я вот такой вот обычно покупаю. Мне он очень нравится. Обезжиренный, там 1% мы не берем. Всегда вот 5% самое идеальное. 2 белка. Получается 180 грамм творога. Эту порцию я просто на 2 разделю себе и Мадине, я уже сказала. И примерно 40 грамм рисовой муки. Я уже белок добавила, творог добавила. И сейчас, наверное, это все вилочкой сначала смешаю, а потом уже добавлю муку. И буду чисто в подсоленной воде, немножечко в подсоленной водичке отваривать их. И сверху клубникой, наверное, полью. Клубнику блендерю. И вот такой вот будет у меня соус. Немножечко, может быть, сахарозаменителя добавлю. Пока вареники варятся, покажу вам свою красоту. Смотрите, что мне вчера Расул отправил. Это было очень, девочки, неожиданно, прям очень. Постучался, в общем, курьер где-то в 7 вечера. Я открываю. Он говорит, 181-я. Я говорю, да. Он говорит, всё, ну, это типа вам. И отдает мне, представляете? Вот такую вот красоту мне Расул отправил. Заказал, привезли. Старается на расстоянии тоже как-то радовать меня. Очень приятно, конечно, спасибо. У меня таких больших букетов еще не было, девочки. Обычно, знаете, типа 7 роз, там 11, 10, там сколько угодно роз. Но чтобы вот такой вот пышный, всегда мечтала вот именно о таком пышном букете. Тут еще была вот такая вот записочка. Бесплатная реклама цветочного магазина, девочки. Вареники с этой мадинки я сгущенкой полила. А себе не стала заморачиваться с ягодами. Обычный йогурт без сахара. Добавила туда пакетик сахарозаменителя. И вот так себе полью. Чтобы мне тоже было сладко. А мне нельзя, мне. А тебе со сгущенкой. Тебе со сгущенкой. Стараюсь, кстати, себе в маленькие тарелки всегда накладывать, чтобы казалось это как будто бы больше еды на тарелке, и тогда почему-то мозг понимает, что ты наедаешься. А когда в большой тарелке что-то накладываю, и там, например, пол тарелки супа выходит, ой, там тогда пол тарелки супа выходит, и мой мозг, мне кажется, не понимает, что я наедаюсь, и мне не хватает, я потом чуть-чуть голодная могу ходить. Приятного нам аппетита. Вот такой вот у нас завтрак. Ой, девочки, теперь я постоянно продукты на дом, короче, заказываю. Показывать не буду, что я заказала. Думаю, по чеку видно, что кажется, что много, но на самом деле всего лишь на 4000. Мадине взяла вот такие вот блинчики. Она их любит. Они, кстати, халяльные. С мясом, как обычно. Вот. Обычно все, что мы едим. Взяла себе творожный сыр, очень захотелось, семгу захотелось. И хотела лаваш. Лаваш, творожный сыр, семга. Лаваша у них не было. Пришлось взять вот такой вот хлеб, только он был. Я его подсушу на гриле творожным сыром, намажу с кофе. Будет очень вкусно. И что-то на меня нашло, я теперь постоянно беру муку, там то рисовую, вот кукурузную решила взять. Рисовая мне понравилась, все такое воздушное с ним получается. Взяла еще и такую. Взяла и обычную тоже муку. Молоко, мука, масло здесь. Муку взяла тоже обычную, Макфа. Взяла я обычную муку, это так, знаете, типа если хинкал, там что-нибудь такое делать. Тут бытовая химия у меня. Взяла, кстати, вот такую вот терку тоже, потому что у меня... сами видели, сами знаете, какая у меня терка была. Она хорошая, да, но не совсем удобно, например, сыр натереть, там еще такое вот по мелочи, знаете. А здесь я взяла овощи, зелени много. Очень много зелени весь добавляю. Тут взяла, знаете, такую смесь для оладий. Это первый раз такое беру, ни разу не брала вообще, ни разу в жизни. Хочу попробовать мадинки оладий сделать. А это рисовая мука. Так, потом я взяла 0,5 килограмма черешни. У нас сезон клубники закончился, начался сезон черешни. Знаете, за 0,5 килограмма вышло у меня 125 рублей, получается.
А по карте 115 рублей, я по карте покупаю. 229 рублей, это за килограмм у нас цены. И абрикосы взяла, 111 рублей у меня вышло. Помидоры, огурцы и очень, прям очень захотелось манго, вообще не знаю как. Взяла лук, там опять зелень. Ну, короче, вот так, девочки. Там кое-какие заморозки взяла тоже, уже убрала это все в морозильник. Поэтому сейчас, короче, кушаем. Мы кушаем и спать ложимся. Хотела, кстати, рецепт снять, но у меня самика спала, поэтому я быстро-быстро решила приготовить. Потом у меня была тренировка, потом в душ, потом самика как раз проснулась. И вот только-только я сажусь обедать. Время у нас 3 часа. Только села кушать, только села. Слышу, ползет этот червяк. Мы выбрались наконец-то погулять. У нас здесь открыли зоопарк на озере. Хочется пойти посмотреть вообще, какие там животные. У меня мои заметили, да, новые очки. Короче, одела базовое платье и вот такую вот накидку. Это мне Шиина пришло. Потом еще попозже покажу, что же мне еще там Шиина пришло. В общем, так нравится мне с черным хиджабом такие круглые очки. Мне кажется, они мне идут. Сейчас пойдем, сходим, посмотрим. Если зоопарк работает, обязательно там поснимаю. Но там, знаете, такой зоопарк маленький. Вообще не знаю, какие животные там могли бы поместиться. Но говорят, что, ну, по картинкам там типа дикие животные. Но, скорее всего, это не так, потому что зоопарк маленький. А диким животным наверняка больше места надо. Нет. На хуй ты горку хочешь? Давай, Самия, не дергай ее. Вот у нас здесь поставили вот такой вот, знаете, зоопарк. Такую вот коробку. Сейчас зайдем, посмотрим, что там за животные. И установили какие-то качели, машинки какие-то странные. В общем, идем. Еще вон сахарную вату раздают там. Тут, смотрите, девочки, вот такие вот макаки. Смотри, макака Мадина. Их две. Одна спокойная, а вторая все по клетке ходит. Пошли дальше посмотрим, покажу. Пошли. Иди сюда, смотри. Мадин, смотри, павлин какой красивый. А вон черная лиса сидит. Мадин, смотри. О, видела, как павлин кричит? А там енотики лежат. Павлин кричит. А это... Смотри, какая лама довольная сидит. Ну, может, и недовольная. Жует что-то там, травку какую-то. А это олень, Мадин, тебе видно? Нет. Я тебя сейчас подниму, покажу олень, смотри, какой. Бедненький, их так с одной стороны жалко. Такие красивые. Тут у нас еще пони есть. Бедные все прячутся, мне их жалко. А это волки, Мадин, смотри, волки, вот. Волки. А тут кто? Волки, да? А там лев и львица, смотри, какая. Тебе нравится? Смотри, какой лев большой спит. Да? Что-то кушал какую-то там косточку, да? Да. Смотри, сейчас будут кормить их. Видела, какие, Мадин? Нравится? Да. Сейчас кормить будут их. Поднимается, да? Лежит, да? Пони возмущается здесь. Да. Сейчас смотри, сейчас будут мясо давать. Кормить будут, да? Ага, такой ленивый. Лежа ест. Один лев большой. Смотри, медведи, да? Медведь гималайский. Смотри, что он делает головой. Все себе стер уже. А этот лежит лениво. Не видно тебе? Тебе поднять надо, что ли? Те мишки. В общем, девочки, вот такие вот медведи. Здесь еще пума вон спит. Все они, короче, спят. Я не знаю, как они бедные здесь в этом зоопарке. Такое место маленькое. Смотри, тигр.
еще вот такой тигр есть. Смотри, тоже мясо ест. И вон какая пантера, это кажется, да? Мама. Ух ты. Не хотят кушать. Какие красивые. Красивые, так красивые. Медведь и леопард. А? Это горилла. Горилла? А что медведь написано? Это горилла, оказывается, валяется он. Спит. Какие они красивые. Но жалко их так, ужас. Сами у меня там на медведя смотрят. Айка, а что это там? В общем, побыли мы в этом зоопарке, очень понравилось. Конечно, животных очень жалко, что в таких маленьких клетках вообще их там держат, в эту жару, короче... Очень жалко. А с другой стороны, очень интересно было посмотреть и Мадине, потому что она видела их только в мультиках, там везде, где только можно, но не в жизни. Хотя мы ездили в зоопарк в Якутске, но там она была маленькая, и вряд ли она что-то запомнила, вообще ей было как-то особо неинтересно. А тут она их посмотрела и посмеялась, там и мартышка была такая, знаете, типа возмущенная на одного парня, который их ходит кормить, и не их дразнит, а он возмущался, прям такого дико ненавидит, это макака. Вот. В общем, вход на взрослого до 3 лет бесплатно, на взрослого 250, детский 200. Так что, кто пойдет, имейте в виду. Ходите сколько хотите там. Мне там мальчики помогли коляску затащить туда и обратно вынесли. Короче, молодые мальчики, лет 18, может, если не меньше. Вот. Короче, это к чему, что они отзывчивые. Вот. Если что, помогут. Что на руках я сначала сами пошла, мне было тяжеловато, потом попросила коляску занести. И мы, соответственно, пришли, конечно же, куда? На площадку. Мадина очень просила. Ну, то довольна, он бегает, играет. Конечно же, на своих машинках пошла кататься. Сегодня у нас не такая уж и солнечная погода, но я все равно решила в очках побыть. У меня сегодня лук, знаете, такой, вот эта вот накидка. И надела я базовое платье, черный хиджаб и черные очки. Мне кажется, они хорошо. Я еще одни очки заказала, а золотое оправа и черное. У них форма такая, по-моему, шестиугольная. Тоже очень красивая. Потом покажу. Почему говорю шестиугольная? Восьмиугольная, по-моему. Четыре. А, нет, шестиугольная. Короче, домой приду, потом покажу. Даже, наверное, не сегодня, а потом как-нибудь, когда распаковку сделаю. Обязательно вам покажу в этом месяце. Самюшка, вкусно тебе? Вкусно? Вкусно? Короче, ей у нас 7 месяцев. И она у меня, знаете, что начала делать? Ладно, она у меня сидит хорошо, сама садится. Она теперь начала вставать у меня. По дивану встает, по мне встает, вот прям на ноги. А вчера вообще мне показалось, что она пытается один шаг сделать. Конечно, шатается, но все равно пытается стоять на ногах. Сама, короче, поднимается с пола. Теперь у нее свой мир. Чисто на полу живет. На полу мы спим, девочки. Мы спим не на диване, мы спим на полу, потому что невозможно с этими детьми спать на диване. Сами раньше просыпается, бывает, не слышу. И она бывает до такой степени тихо, что она просыпается, уходит на кухню, и там просыпается от того, что либо она плачет, либо она шуршит пакетами. Да грязная она. С чем ты ее ешь? Да. Кстати, меня можно поздравить, я почти похудела на 4 килограмма. С цели сбиваться не собираюсь. Купила еще один марафон, чтобы... Потому что у них каждый марафон разное меню. Я скриню, короче, все сохраняю, чтобы на будущее потом подкоплю и не буду уже марафоны брать. Но вообще, по сути, я марафоны беру из-за тренировок, потому что я, например, каждый день занимаюсь по 30 минут, да, вот когда тренировки. И я замечаю, что как у меня тело меняется, прям качество тела очень хорошо меняется. Да, у тебя вот отрыжка была, я вижу.
качество тела меняется. Знаете, вот эти вот ушки на бедрах очень хорошо уходят. Вот у меня раньше вот такие вот ушки прям были, как ну, у многих, да, вы знаете. А после того, как я начала заниматься, спустя неделю я увидела результат, как у меня почему-то на одной ноге совсем это ушко ушло, а на второй еще немножечко есть, но уже тоже практически уходит. Не знаю, почему так неравномерно все уходит. Странно. Мадина пошла. Первый раз не успела ее заснять, так хорошо скатилась прям. Девочка, которая перед Мадиной идет, боится, так медленно поднимается. Или 10, наверное. Мадинке там 3 с лишним, ну 4 года. Только так туда идет. Мальчик этот еще Мадине пытался помогать. Понравилось? Да. Повыше очки подними. У Сами новый лук. Надела ей пеленку. Думала, тепло на улице. Я опять проглядела, как обычно, чтобы не заболела. Пеленку ей намотала. Такая вот она. И сверху панамку. Да, Самиша? Деловая. Модница ты? Сковородница. А? Очень, девочки, сейчас мы с Мадинкой здесь погуляем, домой ее постараюсь загнать, домой приду и уже там, наверное, с вами увидимся.